Помощник. Я думала, что это папа для котов повесил. Оказывается, для Марселя. Ну что, Марселя? Все, стало неинтересно. Ой, не кричи ты. Марсель сегодня не в духе. Еще один пришел. Выпихивает. А, он выпихивает лису. Боже мой. Вот это вообще. Мне кажется, так и выпихнул. На, Марсель, поведение сегодня. Ай-яй-яй, какое. Снял кота. Терри вытащила, да. Терри, там же Марсель только что игрался. Все. Лису выгнал. Марсель, ты зачем выгнал? А? Лису. Поведение. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну просто девочная. Просто игривая, страшная. Твоего кота, между прочим, этот, как его, Терри согнала. Оторвала, да. Такой, такой злой такой. Поцеловала бы страшно. Так рука в телефоне. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ой, 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 ой. Давай, показывай. Ой, 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 какой енот. Ой, ты шевелиться умеет, оказывается. Вот так. Ух. Ой. Смотри, сейчас попадешь под раздачу еноту. Вот так. Что он тут наделал? Ай. Ой. Да он начал с кота, Саша, с кота того. И у него что-то продолжение. Терри, не порви мне кота. Это для Марселю и вообще не последнего этого Терри, а? Терри. Смотри. Да. Все, кажется. Сейчас еще Леопольд попадет под раздачу. А сейчас все попадут. Вот так. Все, у нас сегодня енот разбушевался. Вот такое бывает. Редко, но метко. Что ты тут наделал на кровати? Что ты все подушки попереворачивал? Где лисы будут спать? А? Ага. Всех повыгонял. Бардак навел.